Из 11 больших просторных дворов в микрорайоне Мичуринский уже благоустроили 7. Но детей здесь много, игровых и спортивных площадок все еще не хватает. На встрече проекта «На связи с губернатором» было озвучено несколько адресов, нуждающихся в преображении. Пересечение аспекта с Карла Маркса. У нас детской площадки нет, песочницы нет. Просьба от родителей, от бабушек сделать там скамейки. Комплексное благоустройство можно провести по программе «Двор, в котором мы живем». От жителей требуется сообща придумать, как будет выглядеть обновленная территория. Надо собрать инициативную группу жителей и нарисовать проект, то, что вы хотите видеть в своем дворе. Собрать подписи жителей, хотя бы часть какую-то, что они согласны с вашей планировочкой. Пожалуйста, приходите, мы поможем вам оформить заявку и расскажем про эту программу. В тех дворах, где с детской площадкой все в порядке, жители волнуют незаконные железные гаражи, что портят весь ландшафт. Долгоиграющую проблему теперь удастся решить. В Самаре уже разработан регламент по вывозу незаконных гаражей. Убирать неприглядные конструкции могут начать в следующем году, как только поступит финансирование. Благоустроенным жители микрорайона хотят видеть и небольшой бульвар на улице Мичурина. Одно из любимых мест для отдыха и прогулок. Будет ли планироваться благоустройство, потому что он сейчас не в очень хорошем состоянии. На сегодняшний день финансирование немножечко, вы все знаете, сократилось. Поэтому окончательно решение не принято по его реконструкции, но не отклонено. Мы еще поработаем с этой темой. Ремонт тротуаров, установка дополнительных фонарей, борьба с незаконными торговыми палатками, которые периодически появляются на пересечении Чернореченской и Клинической. Все предложения и просьбы жителей взяли в проработку. Проект «На связи с губернатором» – открытая площадка для диалога жителей и власти, который дает реальные результаты. Жители заметили, власть стала ближе к народу. Чтобы решить проблему, не нужно вести длительную переписку. Достаточно просто прийти и задать вопрос. Чтобы еще раз, ну, как бы, и они узнали наши проблемы, и мы еще раз уже в курсе были того, что будут делать. Мы сами видим наглядно, что у нас вот меняют действительно Московское шоссе, очень сейчас хорошие дороги там стали, тротуар у нас прямо около домов делают хорошие. Вот. Ну, хотелось бы, вот, чтобы вот прям полностью быть в курсе того, что происходит в нашем районе. Этим летом и осенью в Самаре пройдет около сотни общественных слушаний во всех микрорайонах. Контролировать выполнение поручений горожан будут общественные советы. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.